следующий раз. Но вы знаете, лучше, как говорится, синица в руках, чем журавль в небе. За Дарьей Клишиной смотрим. Это легкая атлетика. Не успел закончиться один вид, тут же другой спортсменом. Но видна нашим телезрителям. И нам с вами, Виталий Леонидович, означает позицию лидера. То есть мы-то сразу можем понять, приземлилась дальше. И ой, какое попадание на планку отталкивания. Не надо. Один сантиметр как бы не доступило, но это невозможно просчитать. Ольга, Оля Шмигон, посмотрите, 6,95. Вот это уровень. Прыгайте, друзья.